И всем привет, ребята, с меня Транспорт Секунда. Сегодня мы будем играть Майнкрафт. Да-да, короче, мы будем играть Майнкрафт. Ну, прям, я сегодня буду машинистом поездом. Да-да, будем мы машинистом поездом, который водить поезд грузовой. Ну, такой Майнкрафт у меня выглядит. Да-да. Ну, сейчас мы поспим пока. И все, увидимся. Все, пока. Так, все, мы уже проснулись. Так. Еще так. Камера что-то. Ладно, все, пойдемте работать РЖД. Так, вы там уже видите, что там. Это, смотрите, это, помните, я в прошлой серии вам показал. Это снегоуборочный поезд. Он снег чистит, пока поезда мешает ехать. Да-да, сейчас мы пойдем этому поезду. Это вагоны. А вот это у нас локомотив. Это называется МЗ-20К, да. Такой модель поезд. Такие турбины. Даже вот эти поршни. Да-да, еще мы не туда поедем, а вот туда, да-да. Так, ну ладно, еще мы пойдем туда-туда. А вот это у нас локомотив, он вот этот, это поезд. Вот такой красивый. Ну, надо в нем, сейчас, надо подправить. Так, сейчас заходим внутрь. Тут у меня еще второй этаж. Тут надо убрать, чтобы дым пошел. Так, как же без дыма будет ехать? Так, сейчас мы слезаем. Так, сейчас мы так нажимаем. Так. Ок. Огонь. Так. Надо поджечь поезд и поедет он так. Так. Ну, должен поехать. Так, надо еще завести мотор поезда. Мы еще будем грузы перенести. Так, сейчас мы нажимаем. Так, этот рычаг. Ну ладно, все, мы сейчас поедем на этот поезд. Так, сейчас звук включен. О, конечно, вот этот звук, конечно. Я понимаю, какой этот поезд. Ну ладно. Ну, сегодня будем прощаться. Ладно. А с вами я, Транспорт Всего Города. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, всем пока, сейчас мы поедем.